Друзья, перед тем, как опубликовать новый выпуск, я должен был включиться с этим срочным видео. Причина заключается в том, что люди продолжают попадаться на удочку и терять свои деньги прямо сейчас, когда я с тобой говорю. Я предупреждаю, все комментарии под моими видео о раздаче токенов, разгоне депозитов, раскрутке счетов или доверительном управлении твоими деньгами – это мошенничество. Я не часто пишу что-либо в комментариях под своими видео, поэтому если ты видишь кого-то в комментариях, кого зовут Богатейший Ди, скорее всего, это какой-то разводила. Я никогда не прошу тебя переслать мне XRP, биткоин или другую криптовалюту. Они специально пишут комментарии в подобном формате. Так, я даже не могу найти их с помощью инструментов, которые мне дает YouTube. А YouTube, в свою очередь, не добавляет их в папку спам. Грустно, но мне уже написало несколько человек, которые общались со мной, и я кинул их на деньги. Кого-то на $250, кого-то еще на большие суммы. Если же тебе кажется, что тебе пишет Богатейший Ди, проверь его канал. Мой канал официально верифицирован. У мошенников, скорее всего, галочки не будет. Если тебе пишет Богатейший Ди и просит отправить ему криптовалюту, а взамен он отправит тебе в два раза больше, это развод. Я никогда не занимался и не занимаюсь чем-то подобным. Ripple подавал в суд на YouTube из-за таких мошеннических действий, но я никогда не думал, что так будут поступать от моего имени. На самом деле, я, как контент-мейкер, мало что могу сделать, только лишь предупредить тебя. Я могу отправить жалобу на эти каналы, которые притворяются мной. Их блокируют, но они снова появляются. Очень-очень грустно читать сообщения о том, что люди потеряли всю свою криптовалюту, отправив ее мошеннику, который прикрывается моим именем. Криптопространство и так слишком жестоко, а рынок волатилен. Но когда новые люди приходят, а они приходят, посмотри на статистику канала, а их здесь нагло грабят, это дискредитация криптовалюты и меня в том числе. Не ведитесь на это мошенничество. Я никогда не прошу денег в комментариях у своих же зрителей. Я никогда не прошу денег в WhatsApp. Я никогда не прошу переслать мне криптовалюту. Когда я пишу комментарии, они выглядят так, в сером боксе, с галочкой, которая подтверждает, что это я. Если ты видишь якобы мое сообщение, но без серого бокса и галочки, это мошенник. Друзья, пожалуйста, будьте осторожны, берегите свою криптовалюту. Криптовалюта сейчас желанный кусок пирога не только для мошенников, но и для институциональных инвесторов, которые манипулируют рынком, заставляют тебя добровольно избавиться от биткоина, а затем выкупают биткоинов на миллиарды долларов по дешевой цене. Мошенники же – это все те же институционалы, только меньших масштабов. Также выманивают твою криптовалюту, прикрываясь моим именем. Будьте благоразумными. Не верьте людям, особенно в интернете. Увидимся.